Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я расскажу вам о аккумуляторном шуруповерте BR-180 LED компании Patriot. Мы рассмотрим его комплектацию, изучим основные характеристики и, конечно, поработаем с ним. BR-180 LE комплектуется двумя литиевыми аккумуляторами напряжением 18 вольт и емкостью 1,5 ампер-часа, зарядным устройством, шуруповертом и пластиковым кейсом. Переходник под биты, 6 бит и 6 сверлов. Основное предназначение аккумуляторной дрели шуруповерта – это практически беспрерывное сверление отверстий в различных материалах, а также скручивание и выкручивание шурупов, саморезов и винтов. Шуруповерт имеет две скорости и отличную балансировку. Корпус редуктора и шестерни выполнены из металла для длительного срока службы. Максимальная скорость данного шуруповерта составляет 1400 оборотов в минуту. Крутящий момент составляет 52 ньютона-метра. Для комфортной работы в местах с недостаточной освещенностью есть встроенная LED-подсветка. И отдельное внимание мы хотели бы уделить зарядному устройству и самому аккумулятору. Данное зарядное устройство оснащено системой ускоренной и безопасной зарядки, которая контролирует перезаряд или недозаряд батареи, а также равномерность напряжения каждой емкости. За счет больших ячеек и качественных материалов увеличено время работы аккумулятора. Данный аккумулятор отличается тем, что у него нет эффекта памяти, у него прочная конструкция и есть индикация заряда. Друзья, если для ваших потребностей уже не хватает стандартных аккумуляторов для серии Professional, то рекомендуем вам нашу новинку. Это 18-вольтовый аккумулятор, у него емкость 4 ампер-часа. А с данным аккумулятором совместимо большинство нашей техники. Полный список вы можете посмотреть на нашем сайте. Кнопка реверса увеличенной площади позволяет быстро сменить направление вращения. Быстро зажимной патрон остроконечной формы позволит использовать оснастку диаметром до 10 мм. Ее замена происходит очень легко, потому что у шуруповерта есть блокировка шпиндель. У данного шуруповерта есть 22 положения регулировки усилия затяжки. Их обозначения выполнены из пластика, который, в отличие от краски, практически невозможно повредить. Даже после длительной эксплуатации инструмент сохраняет аккуратный внешний вид. На корпусе аккумулятора установлен мощный магнит, на нем вы можете закрепить сменную биту или саморезы. Также имеется металлическая скоба для крепления шуруповерта на поясе. А в основании инструмента есть магнитный держатель для бит. Поэтому у вас всегда будет под рукой сменная бита, и вы никогда ее не потеряете. Данный шуруповерт можно смело отнести к профессиональной технике и рекомендовать его для стройки или ремонта.